4 миллиона долларов – сумма соглашений, которые подписали сельхозведомства Беларуси и Узбекистана в первый день форума регионов. Среднеазиатская республика заинтересована в кооперации в области селекции. Нужен устойчивый к засухе и высокоурожайный сорт картофеля, а также в создании совместного предприятия по производству ветеринарных препаратов. В рамках соглашения между Минской областью создания и совместного предприятия по переработке молочной продукции, как получаемой, производимой в Республике Узбекистан, так и поставляемой из нашей страны. Это сухое молоко. Вот. Также идет речь о строительстве фермы молочно-товарного комплекса на 1000 голов. Сейчас Беларусь поставляет в Узбекистан мясо птицы и говядину, в широком ассортименте молочную продукцию, сахар, кондитерские изделия, бакалею. Товарооборот сельхозпродукции и продуктов питания между странами в прошлом году вырос практически на 60% и достиг 30 миллионов долларов.